впереди Кострома. Вот что. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90. Понятно. Кострома. Город с 1152 года. Впереди Кострома. Население 277 280 человек. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90. Понятно. Кострома. Город с 1152 года. Население 277 280 человек в 2018 году. Расположен в 344. В 344 километрах от Москвы. Впереди город. Ограничение 60. Кострома основана в 12 веке. Ну, то я по телефону разговариваю с ним. Что основную трассу, где основной поворот на Кострому перекрыли, навигатор меня повел через, ну, через объезд. Ну, там, не доезжая этого поворота, нужно было свернуть. Я свернул, смотрю, налево тупик, а прямо, куда навигатор ведет, там, ты знаешь, там такое ощущение, что фуры завязаны. Там просто вот по колено, наверное, это. Ну, я, короче, поехал там, где тупик, там кто-то сдвинул уже до нас ну, там шло, говорите, блоки лежали, бетонные блоки, кто-то сдвинул. Впереди город, ну, ограничение 60. Поехали. Сейчас в Анисимово въехал. Да, давай, набирай, если что. Ну, давай. Так, разговор закончился. Кострома основан в 12 веке, а в 13 веке стала центром удельного княжества. Исторический центр города в основном сохранил образцовый в своем роде ансамбль. Из памятников допетровской эпохи наиболее интересные комплексы Ипатьевского и Богоявленско-Анастасиинского монастырей. Город входит в список поселений, имеющий официальный статус исторических, и традиционно включается в Золотое кольцо России. Так, немного истории. Происхождение названия. Не существует единого научно обоснованного взгляда на происхождение названия города. Очевидно, это гидроним. Название образовано от реки, на которой он стоит. Костра или кострика в восточнославянских диалектах обозначает солому для сжигания. В словаре Фасмера этот топоним связывают с восточнославянским ритуальным персонажем, представляющим собой соломенную куклу, которую символически сжигали во время летнего обряда цикла в Семик или Петров день. Это похороны Костромы. Существует также версия финно-угорского происхождения названия. Фин – косто – месть, фин – земля, земля – возмездие.
Однако выделение формата в МА в ряде случаев спорно, а основа так, не могу ничего понять тут. Так, продолжаю зачитывать из Википедии. Археологические раскопки в центре современного города выявили разрозненные находки. Вероятно, они происходят из разрушенного могильника бронзового века. Найдена лепная керамика середины второй половины первого тысячелетия. Датой основания Костромы официально считается 1152 год. Эту дату предложил историк Татищев, связав это событие с деятельностью Юрия Долгорукова на северо-востоке Руси. Устанавливая дату возникновения города, Татищев пользовался различными источниками, которые до нашего времени не дошли. При раскопках на территории городища археологи обнаружили предметы, относящиеся только к эпохам финальной бронзы, раннему железному веку. Впереди город. Ограничение 60. Это 1000 лет до нашей эры и переходу от 17 века до современности. Следовательно, можно предположить, что во время нашествия татар на правом берегу Волги города не было, а жизнь на городище по каким-то причинам прекратилась во время раннего железного века и вновь началась уже после основания Костромы на левом берегу Волги. Это в IX-XII веках. Гипотеза о местоположении поселения связана с основанием Костромы на берегу небольшой речки Сулы, близ впадения ее в Волгу. Так. 13-17 века. Первое летописное упоминание о существовании Костромы относится к 1213 году. Оно связано с распрями между сыновьями великого князя Владимира Всеволода Большого. Всеволода Большое Гнездо. В этом году ростовский князь Константин сжег Кострому, которая поддержала его брата, владимирского князя Юрия. Достоверно неизвестна судьба Костромы во время нашествия Батыя в 1238 году. Захватчики попленили все на Волге до Галича Мирского. После 1239 года Кострома была восстановлена великим князем Ярославом Всеволодовичем, построившим в городе деревянную церковь в честь святого покровителя Феодора Стратилата. В 1272 году Василий Ярославович стал великим князем Владимирским, главой всех удельных княжеств Северо-Восточной Руси. В 1565 году, когда царь Иван Грозный разделил русское государство на опричнину и земщину, город вошел в состав последний и относился к ней до февраля 1567 года. В смутное время Кострома была дважды взята отрядами польского пана Лисовского и подверглась страшному опустошению. В 1609 году Костромское ополчение сыграло важную роль в борьбе с польской интервенцией, изгнав из Ипатьевского монастыря укрывавшихся там сторонников Лжедмитрия. Костромские отряды влились в народное ополчение Минина и Пожарского. В Ипатьевском монастыре в 1613 году был призван на царство Михаил Федорович Романов
И таким образом Кострома стала колыбелью царской и императорской династии Романовых. После смутного времени в Костроме было заново отстроены оборонительные укрепления Кремля, а вокруг раскинулся обширный торгово-ремесленный посад и слободы. К середине 17 века в Костроме по своему экономическому развитию и числу жителей становится третьим после Москвы и Ярославля крупным ремесленным городом русского государства с развитым текстильным, кожевенным, мыловаренным, серебряным и иконописным производством. Получили развитие кузнечной, гончарной, строительные промыслы. Тогда же в Костроме возникает большой торговый центр. В городе была учреждена английская фактория. Во второй половине 17 века в Костроме сформировалась выдающаяся школа фресковой и иконной живописи. Сейчас полистаю немножко. Так. Губернский город. В результате петровских реформ Кострома в 1708 году стала провинциальным городом Московской губернии. 16 июля 1744 года учреждена Костромская епархия. В 1767 году Екатерина учредила герб Костромы. Так. В декабре 1796 года указом императора Павла I город стал центром создания Костромской губернии. В 1797 году Павел I побывал в Костроме. Визит в Кострому Николая I в 1835 году обязан переименованием центральной Екатеринославской площади в Сусанинскую и указом о возведении памятника царю Михаилу Федоровичу и крестьянину Ивану Сусанину. Открыт 14 марта 1851 года. С 1838 года начинается еженедельно выходить первое периодическое издание газеты «Костромские губернские ведомости». В 1858 году в Кострому приезжает император Александр II и императрица Мария Александровна. Летом 1861 года император Александр III с императрицей Марией Федоровной и наследником Николаем. Камера в спину. Ограничение 60. В составе СССР 14 января 1929 года постановлением ЦК СССР Костромская губерния упраздняется, Кострома теряет статус губернского города и включается в состав сначала Ивановской, а затем Ярославской области. Индустриализация выразилась в форсированном развитии предприятий текстильной, легкой и деревообрабатывающей промышленности, а также текстильного машиностроения. В 1932 году было закончено строительство железнодорожного моста через Волгу. В 1930-х годах в городе было разрушено или перестроено множество храмов. Наиболее известное разрушение – это Костромского Кремля в 1934 году. В годы Великой Отечественной войны в Кострому были эвакуированы госпитали, военные училища, гражданское население. Близ Костромы осенью 1941 года формировалась Ярославская коммунистическая дивизия. Тысячи костромичей за подвиги на фронте и в тылу награждены орденами и медалями. 29 из них удостоены звания Героя Советского Союза. А вот отсюда предлагал
Так. Население в 2018 году составляло 277 280 человек. Камера в спину. Ограничение 60. Алло, привет. Не видел. Я за Волгой вот иду. Еду, да, вы дома? А, ништяк тогда. Прекрасненько все, еду тогда. Еду, говорю, тогда.
Это он показывает после моста на Советскую сворачивать, но не на Советскую, не, 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 а на Никитскую, да? Да. Нерман там по Никитской. Выйдите прямо на сторону трубку, там Смирнова может. Ты Кострому уже знаешь, да? Да. А, ну все, тогда подскажешь. Просто все. Камера в спину. Ограничение 60. На Волге был, здесь первый раз на Волге. Что-то? На югах был на Волге, а здесь первый раз. Впереди камера. Ограничение 20. Повезло, только закончился ремонт моста. Проторчать можно тут. Ну, сейчас такое время, конечно, не больно, большая пробка была. А вот утром и вечером был капец. Простоять можно было. Впереди камера. Ограничение 20. Вроде еще тут этот увидел оповещение, что с 5 до 10, с 5 утра до 10 вечера не пускают больше грузы, да, на мост. В принципе, едет. Нет, вообще Яндекс показывает такое оповещение. Что за прин... Когда ремонт моста был, днем почту не пропускали. С 10 вечера до. А сейчас уже все, уже закрыли. Купаетесь здесь? А? Купаетесь да, здесь? Да, да, да. Есть какие-нибудь набережные для прогулки? Вот, вот сейчас, вот, короче, у нас с левой стороны, это считается. Ну, я куда ездил, в эти волжские города, самое толковое Кострома, набережная, да? Ну, уже не видел. Впереди камера, ограничение 20. В Самаре, в Казани тоже расставлю, там совсем, ну, красота. За Кострому не взялись, да? Нет. Возьмите ближайшие 50 лет. Вот пляж центральный с левой стороны. Тут вытащите вся, вот там три причала. Вот, ага. Все, вся набережная считается. Тут тоже как бы набережная, но еще страшнее, чем слева. А пляж платный? Да, ну, какой? Бесплатный? Впереди камера. Ограничение 20. Нация по-простому. Если там сделали, что без транспорта. Так загорать только. Вот сейчас вправо или прямо впереди камера. Контроль проезда на красный свет. Ограничение 60. Центральная улица, здесь Советская.
центр, вот он Юрмак. Это центр, да? Ну, как бы, вот она идет... Недалеко... А, вот слева центр, слева, наверное. Слева, да. Ну, тут здесь тоже считается, как бы, ближе к центру. И... Самый большой дом вот напротив. Построили уже. Не могут... Не покупают. Там, говорят, или... трещина пошла по нему. Там трещина одно, там, во-первых, этот парковочные места вообще нету для машин. Ага. Сначала там, вот, когда начали строить, все там, кто вначале влаживал где-нибудь, говорили, что подземная стоянка. Ага. Потом поняла, что подземной стоянки нету. Ну, короче, там бардак. Сейчас там, говорят, да, трещина, там еще плюс водище пошла по стояку. Угу. Там у меня вот товарищ пытался взять там это все исправить, но неудачно. Сейчас направо. Впереди камера. Контроль проезда на красный свет. Вот я живу. Ограничение 60. На улице тоже построили большой, красивый дом. Ну, частично сдали, но часть... Очень тяжело они его сдают. Дом стоит где-то года с 2005, наверное. До сих пор не заселен полностью. Что, Борисович? Да, ага. Этот, на Борисовских прудах. Угу. Под, там есть подземный паркинг, но он затоплен под подземными водами между Борисовские пруды и Москва-рекой. Ага. Там подземные воды. Подземный паркинг затоплен. Ну, там нет ни трещин, ничего, конечно. Ну, как-то сдали в этот... Тут, ну, это, я не знаю, как тут тоже приняли. Ну, вообще, как такой дом. А хоть кто-нибудь уже живет или... Да, есть там. А, есть, да, ну, тоже? Ну, вообще мизерно. Не знаю, тут, в каком точке, как можно было такой дом строить. Ну, понятно, что тут. У нас же Кострома ссылка для этих, для всех квадратов. Губернатор, что на светофоре прямо или налево? Прямо, да. Вот дом, ценник, как в Москве, слева, квартира. Ложка 62 квадрата, я смотрел, 4800. Ну ничего, качество ничего. Такие деньги, ладно, там упал. Так, сейчас вот где знак на свой, вот сейчас трату. Впереди лежачий полицейский. Ограничение 20. Все, выйдем. Спасибо. Все, счастливо. Хорошего дня. Приятной дороги, удачной. Да, спасибо. Счастливо. Счастливо. Все, подъезд. Так, их бутылки забери вот ее. А тоже сейчас рассчитаешь. Так, дальше. Так, мы поехали прямо. Прямо, да? Все, запетлять. Сейчас прямо до кругового, потом налево. Еще прямо. Меня усаживаешь. Угу. И потом направо поворачиваешь, и там через пути проезжаешь и все на выезд. Через пути, у меня угол тут показывает. Ну, вот там дальше, вот поворот. Вот а, все, понял.
Впереди лежачий полицейский. Ограничение 40. Все правильно, туда, да? Да. У нас приоритет. Ну, я смотрю, они что-то как-то не особо пропускают. Впереди камера. Ограничение 60-50. Город грусть вызывает. Все? Не знаю, какой-то серый. Погода такая просто. Праздники бывают здесь, в этом городе? Конечно. День города был, эти салюты у нас тут, фестиваль проходит постоянно, приезжают, на Волге взрывают салют. Это, наверное, так, спальный район, да, просто, там в центре поинтереснее, наверное. Так, да, да, город небольшой, спокойный. Самое главное, что спокойный. Мне нравится, просто на машину сел, 20 минут ты в любой точке города. Даже 15, да. Так, вот сейчас подальше чуть-чуть. Еще он срезал. Постою, перекурю и поеду дальше. А, там еще в багажнике. Да, пакет есть.
поехали дальше. Это Кострома. Впереди лежачий полицейский. Ограничение 30. Впереди камера. Контроль проезда на красный свет. Ограничение 60. Впереди камера. Ограничение 60. Еще немного почитаю из Википедии. Очень много информации тут, поэтому я пропускаю многое. В 2010 году по официальным данным отгружено товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, обрабатывающие производство на 21 миллиард рублей. Кострома – старинный центр текстильной промышленности, главным образом льняной. Наиболее известные льнокомбинаты имени Заварыкина – Большая Костромская льняная мануфактура, фабрика «Ременная тесьма». Машиностроительная отрасль представлена по производству цилиндропоршневой группы «Костромской завод автокомпонентов». Развито производство отопительного, вентиляционного, теплообменного и энергосберегающего оборудования. Активно развивается деревообрабатывающая промышленность, фанерный комбинат, фанплит, мебельная фабрика, Кострома мебель, мебельная фабрика, Такос, полимерная. Завод «Ремстрой Пласт» и пищевая промышленность. Так, ладно. Туризм. Туризм рассматривается как важнейшее направление развития экономики города. Кострома традиционно включается в туристический маршрут «Золотое кольцо России» и круизы по Волге. Постепенно растет роль делового туризма. Проводится ряд общественно-политических форумов и культурных мероприятий общероссийского и международного характера. Городские и областные власти развивают ряд туристических брендов, таких как Кострома «Жемчужина» Золотого кольца, Кострома «Богохранимая», Кострома «Ювелирная столица России», Кострома «Ювелирная столица России», Кострома и Берендеево царство, родина Снегурочки и другие. Число туристов и экскурсантов, ежегодно посещает в город, не превышает 400 тысяч человек. Большинство туристов посещает
город в рамках древней экскурсии. Дороги нужно делать в Костромской области. Не дороги, а бог знает что. Туристов они приглашают. Последние несколько лет получила развитие инфраструктура гостеприимства. На начало 2014 года услуги по размещению туристов представляли не менее 20 гостиниц, мини-отелей, гостевых домов, молодежных хостелов. Большинство гостиниц относятся к малобюджетному и среднему классам, 2-3 звезды. Согласно путеводителям, в городе несколько гостиниц, имеющие звездность. Так. Развиты автомобильный, водный, воздушный и железнодорожный транспорты. Первое учебное заведение в Костроме, циферная школа, была открыта в 1722 году. В 1840 году выпускники Костромской гимназии получили право поступать в императорские университеты без вступительных экзаменов. С Костромой связана история женского образования в России. 25 августа 1857 года было открыто Григорьевское училище первого разряда для девиц всех сословий. В 1913 году во время празднования 300-летия династии Романовых было принято решение об устройстве в Костроме первого высшего учебного заведения – учительского института. Однако реальная история костромского высшего образования началась с открытия 7 ноября 1918 года Костромского государственного рабоче-крестьянского университета в память Октябрьской революции 1917 года. В настоящее время в городе действует два государственных вуза. Это Костромской государственный университет и Военная академия радиационной, химической и бактериологической защиты и инженерных войск имени маршала Советского Союза Тимошенко. Культура, театры и концертно-зрелищные учреждения – одно из старейших в России – Костромской государственный драматический театр Островского. Так, там много, значит, таких мероприятий. В городе отсутствует муниципальное учреждение здравоохранения, однако действует развитая система государственных учреждений здравоохранения Костромской области. Много больниц, специализированные больницы, десятка два, перечислять не буду. Так, что еще? Ну, я говорю, информации в Википедии много, все. Зачитывать это, и фильм кончится. Ну, архитектурный ансамбль исторического центра. Центральная часть города представляет собой целостный, образцовый в своем роде архитектурный ансамбль конца 18-го, начала 19 веков. Памятники провинциального классицизма составляют главную гордость Костромы. Среди построек времени Александра I примечателен ансамбль «Сусанинская площадь», здание гауптвахты и пожарной каланчи. В центре симметрично расположены большие мучные и красные торговые ряды. Достопримечательности советского периода. Из построек советского периода наиболее известны новый памятник Ивану Сусанину в 1967 году. Прежний был разрушен в 1918-1928 годах. Построенные в стиле конструктивного здания дома связи, фабрики кухни и вокзала станция Кострома-Новая. В
1955-58 годах в Ипатьевской слободе за южной стеной монастыря был создан музей деревянного зодчества. Много памятников. Так, я про Кострому на этом закончу читать, и нужно переходить уже к следующему городу, который будет по пути движения. Воскресенского монастыря 1360 года, как укрепленный пункт. В 1572 году в духовном завещании Ивана Грозного Святославль был отписан его сыну Федору. Святославский Кремль был деревянным, окружен валом и рвом. Вокруг простирались проходимые болота, с которыми связана легенда об Иване Сусанине. На протяжении 17-18 веков Святославль, потеряв значение крепости, продолжал развиваться как торговый купеческий город. Вот мы въезжаем в Святославский район. В городе развивались ремесла ткацкое, кожевенное, столярное, гончарное. Святославль был известен как один из центров торговли льном и кожей на севере Руси. А также как чрезвычайно грибное место. В конце лета значительная часть населения города и окрестных сел уходила на сбор грибов, которые потом продавались на специальных грибных ярмарках перекупщикам из Санкт-Петербурга, Москвы и других крупных городов. В 18-19 веках Святославль был одним из крупных центров старообрядчества. С 1719 года удельный город, с 1778 года заштатный город Костромского уезда Костромской губернии. В 18 веке в окрестностях города было построено большое количество дворянских усадеб, некоторые из которых сохранились до наших дней. В 20 веке Святославль потерял свой городской статус и после 1925 года считался сельским поселением. С 1929 года Святославль – районный центр Святославского района. С 1963 года – поселок городского типа. Население на 2017 год – 4757 человек. Достопримечательности. Thank you.
Главные достопримечательности поселка – бывшая усадьба купца Третьякова, середина 19 века. Спасо-Преображенский собор, 1758 год. Церковь Владимирской Богоматери, бывшие торговые ряды, середина 19 века. Купеческие особняки 19 века. А сейчас... Впереди опасный поворот. Ограничение 70. В городе действует Судиславский краеведческий музей, филиал Костромского историко-архитектурного музея-заповедника. Известные уроженцы Булкин Анатолий Дмитриевич, 1922-1996 годов рождения. Советский физик, специалист по полупроводникам, лауреат Ленинской премии. Больше интересного про Судиславу ничего нет. Так, понятно. Прямо слева по ходу движения березовая роща, населенный пункт с левой стороны. С правой стороны Лазарево и железнодорожная станция Меза. С левой стороны Ратилова, справа Левина. Небольшие населенные пункты, что-то наподобие деревни. Таких примерно размеров, масштабов. С левой стороны примерно в 5 километрах Раслова. Посмотрим, что пишут про Раслова. Так, Раслова, поселок в Судиславском районе Костромской области России. Вот, мы где-то там с вами встретимся. Я по навигатору вижу, там то ли больница какая-то находится, там на здании. Населенный пункт впервые, как Сельцо, упоминается в 1667 году. На Советскую направо. Ну, а сколько мне там проехать? 100-500 километров, просто то, чтобы понимать. Все, понял, хорошо, я тогда как подъеду, наберу. Так, население в 2014 году составляло 669 человек. Согласно местному преданию, усадьба Раслова стала прообразом места действия повести Пушкина «Метель». Предполагается, что повесть была написана автором по мотивам устного рассказа его друга Нащекина, владевшего усадьбой Шишкина неподалеку. По другим данным, в основу повести «Метель» легли события, произошедшие в селе Ильинское Судиславского района. Про Судиславль в Википедии написано мало относительно. Но я думаю, в интернете можно найти много другой информации для туристов, для путешественников. Так что
Желающие могут более подробно об этом прочитать сами. Ограничение 50. Впереди город. Ограничение 60. Судя славы. Впереди камера. Ограничение 40. Впереди мобильный пост ДПС. Переход. Ограничение 40. Сам город, центр. Впереди лежачий полицейский. Ограничение 40. Алло, Кирилл, я подъехал. А, вот дальше, да, проехать? Ага, да. Все, понял.
Здравствуйте. Добрый день. Валентин, да? Да. Так, Киров, правильно? Киров, да. Местная гостиница с местным рестораном. Такое, надо сказать, ресторан. Такое только название ресторан. Да. Столовка. Ну, кормят, в принципе, вкусно. Как бы без последствий, как после столовки изжоги такой, как бы нету гадкой. Что как бы удивляет, что там чай переносят, смотришь, так, оп, ярлычок, майский чай. Так, ну да, не ресторан, а майский чай, как-то так, что-то чуть-чуть слабовато. Дома рушатся. Ну да, видимо, что он уже как бы столько лет, мне интересно. Единственное, мы по дороге где-нибудь в магазин как-нибудь заедем. А то я без завтрака, без обеда. Неизвестно, когда поужинаю. Да, можно было как раз на рублей на 150 пообедать. Ну, время тратить не хочется. Мне так. Чипсы булку какую-нибудь. Если попадется по дороге что-нибудь. А вам куда именно в Киров нужно? Ну, куда-нибудь в центральную часть. Там уже родной город, там я почти везде дома. Русский район, где планируете? Я где-нибудь немножко передохнуть и дальше путь. А, то есть это еще не конечное? Не, у меня конечное Сургут. Вы здесь тоже по работе? Да, шеф-монтаж заказали. В этом есть типа Кирове гипермаркет Лента? Ну, честно сказать, так особо не интересуюсь. Лента. Ну, так-то что-то знакомое. Ну или какой-нибудь там, я не знаю, может, круглосуточный гипермаркет. Стоянка просто большая нужна, да, открытая, свободная. У нас крупная, такого маркета стараются там стоянки свои как-то открывать на лучшем.
Садиславль остался уже далеко позади. С правой стороны, примерно в 5 километрах, населенный пункт Жвалово. Судя по карте, и слева, и справа болотистая местность. Прямо по ходу движения поселок Костромской области Островское. Поселок Островское расположен в 80 километрах к востоку от областного центра Костромы на реке Мера, приток Волги. Впервые упоминается в 13 веке как село Семеновское. Затем Семеновская Лапотная в связи с народным промыслом плетения лаптей. Затем село снова получило имя Семеновское. Село... Село Семеновское появилось на Костромской земле при Симеоне Гордом, сыне Ивана Калиты. Так, Островская, продолжаю читать. Село Семеновское появилось на Костромской земле при Симеоне Гордом, сыне Ивана Калиты, и было названо в честь великого князя. Великий князь Симеон был прозван Гордым, потому что он не любил неправды и крамолу, и всех виновных сам наказывал. Пил мед и вино, но не напивался допьяно и терпеть не мог пьяных. Не любил войны, но войско держал наготове. Читаем в летописи. Симеон уже титуловался не только великим князем, как его отец, а великим князем всей Руси.
все князья русского Дана были под руку Симеона, говорит летопись. Говорит летопись. Собирая князей, Симеон напоминал им, что Русь всегда была сильной, только тогда, когда князья повиновались старшему. В период с 90 по 96 год, 1900 по 1916 год. Семеновская жил и работал художник Кустодиев. В 1956 году было переименовано в Островское в честь Островского, жившего в усадьбе Щелокова, расположенной в Островском районе. Население в 1917 году. Составило 4849 человек. Так, трасса Р-243, забыл упомянуть, так отмечено на карте. Так, что еще можно про Островское? Экономика. Мехлесхоз, кирпичный завод не функционирует. Льнозавод после простоя вернулся к работе. Предприятие «Инициатива» производит мягкую мебель, швейные и столярные изделия, пиломатериалы. Маслосыродельный завод и птицефабрика. Так, послушаем, в чем там в машине говорят. Thank you.
Что-то не очень разговорчивое, ребята вы. Но этого не хватало, включили музыку. Слева по ходу движения Клеванцовское сельское поселение. История. Клеванцовское сельское поселение образовано 30 декабря 2004 года в соответствии с законом Костромской области. Установлен статус и границы муниципального образования. 11 февраля 2010 года в состав Клеванцовского сельского поселения включены упраздненные Ломкинское и Дымницкое сельские поселения. По переписи на 2017 год составляет еще 1546 человек. Состав сельского поселения. Болтушки, деревня, Воскресенское село, Дунилово, деревня, Дымница, деревня и поселок, Козловка, деревня, Крутец, деревня, так, Ломки, Мартыкина, Машихина, Новинки, Панькина, Пеньки, Полоски, Хаустово, Шульгино, Яшино. Так, Шульгино – это все деревни, а Яшино – это поселок. Прямо по ходу поселок Дымница.
сожалению, в Ютубе, в интернете я не могу найти Википедию, чтобы что-то об этом было сказано. Написано, что это поселок в составе Островского района Костромской области. Что еще тут? Ничего нету, к сожалению. Дымится, напомню, с левой стороны. Так, впереди по ходу. Сейчас посмотрим. Ну, слева, с правой стороны болотистая местность. И с левой стороны поселок Вешка. О поселке Вешка в интернете что Википедия ничего не говорит о поселке Вешка. С правой стороны болото называется Малое Котловское болото. Слева и справа по ходу движения, насколько хватает карты, лесные массивы, лес. Ну, далеко впереди, по ходу движения, город Кадый. Но о нем я уже, наверное, в следующей серии. Поселок городского типа Кадый. Ну, я на этом, наверное, закончу комментировать. Потому что ни слева, ни справа ни к чему привязаться. Ну, просто голые места. На этом заканчиваю. До следующей серии.
Thank you.